Моих родителей Бог не интересовал. Но бабушка рассказывала мне о нем и даже подарила мне свою Библию. Иногда соседка брала меня с собой в православную церковь. Мне нравилось разглядывать иконы и находиться в церковной атмосфере. Но это на меня никак не влияло. И вроде бы все у меня было хорошо. Но когда я оставалась одна, мне становилось тоскливо. Я не могла понять, что со мной происходит, что я делаю не так, почему мне так плохо. Чтобы заглушить тревожные мысли и избавиться от внутренней пустоты, я громко включала музыку и пыталась отвлечься. С детства я занималась спортом. И осенью 2013 года попала на тренировку по волейболу в христианский спортивный клуб. Я регулярно посещала тренировки, я слышала рассказы о Боге. На дом нам задавали уроки по курсу «Быть христианином». А потом при встрече мы их обсуждали. Я старалась внимательно отвечать на все вопросы курса, видела вдохновленных служением и любящих Бога молодых людей, которые беседовали с нами о Боге. Я заметила, что верующие хорошо и тесно общаются между собой, а если что-то случается, поддерживают друг друга молитвой. Даже если кто-то просто сидел один, они подходили и уделяли ему внимание. Через некоторое время и я стала чаще видеться и общаться с ними, и потом поняла, что все это мне нравится, и мне захотелось стать одной из них. Прошлым летом я попала в автокатастрофу. Но, на удивление, все обошлось небольшими ушибами. Это показалось мне странным. Я будто бы ощутила, что со мной рядом кто-то был. Через несколько дней я впервые в жизни поехала в христианский лагерь «Перекресток», где мне рассказали о том, как принять в сердце свое Спасителя. Мне хотелось приблизиться к Богу. Но решилась на это, уже вернувшись из лагеря домой. Какое внутреннее удовлетворение я испытала после того, как сделала этот шаг и покаялась. Я сказала об этом тренеру, и вскоре мне предложили играть в команде христианского клуба, пригласили на встречу команды. Когда я пришла, все начали поздравлять меня. И это было настолько приятно, что это не передать словами. Я уже не боялась оставаться одна, не пугалась своих мыслей. Я стала осознавать, что начинаю меняться. И происходило это не в одиночку, а при помощи моего Господа. Он стал заполнять мою внутреннюю пустоту. Я начала чаще молиться и не просто читать Библию, а глубоко вникать в нее, посещать библейские уроки в церкви. Я узнала, как должна себя вести, что правильно, а что нет. Я молилась, чтобы Господь помогал мне и дальше, и Он действительно благословлял меня. Бог подарил мне спасение, освободил от греховной жизни, страха и одиночества, дал хороших наставников и прекрасных друзей. Бог помог мне наладить отношения с мамой. Сейчас я посещаю группу подготовки к крещению, помогаю в служении через спортивные мероприятия и детский клуб. В Библии написано: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Псалом 33, 9 стих. Я вкусила и узнала, что Он благ. Отдав свою жизнь Богу, я нашла в Нем покой и истинный смысл жизни. А как это здорово! Идти по жизни вместе с Господином Вселенной.